Вітаю вас, друзі. Як завжди, у цей час ми працюємо в прямому ефірі. Якщо у вас є бажання і час, приєднуйтесь до нас. Це розмова на тему. А тема нашої сьогоднішньої розмови – творчість і як вона впливає на оточуюче середовище. У нас в студії гості. Старший тренер регіонального центру «Інваспорт», директор театру пластики та образу школи «Імідж» Юрій Зінченка. Координатор планетарної мережі мистецтв «Камертон» Раїса Суханова. І президент фонду «Чорноморський регіон», директор міжнародного фестивалю «Морський конек» Юрій Дітенко. Друзья мои, здравствуйте. Здравствуйте. Спасибо, что вы приехали к нам в студию. Очень рада вас видеть в нашей студии. Тем более, что и тема нашей сегодняшней беседы – это творчество и как оно отражается на нас, вот тех, которые живут именно здесь, в нашем регионе. Да и не только в регионе, да, Юрий Иванович? Да, потому что, как известно, ваши люди по всему свету ездят. Да, так оно и, в общем-то, и получилось. Началось с того, что я, как бы, с одной стороны, с творчеством начал сталкиваться с 76-го года, когда начал танцевать. И, как бы, уже длительное время, почти 40 лет, получается, танцевальной карьеры. Так оно переходило из одного в другое. То, что касается творчества, то после военного училища, которое я закончил, меня так кинуло в творчество, потому что Устали маршировать на плацу? Нет, я был комиссован по состоянию здоровья, поэтому где-то оно отразилось на последней деятельности, которой я занимаюсь. А то, что касается творчества, то, в принципе, я вернулся, и в 86-м году, опять же так, традиционно, я был в Доме культуры 40-летия, принят на должность руководителя бального коллектива, хотя, в принципе, я для начала хотел бы поблагодарить учителей. Это учитель, у которого я учился, это Рублевская Александра Ивановна, на память ей хорошая, и всех выпускников этого коллектива «Сердца двух», в том числе и Почтаренко там был, и Исаев был, то есть все, в принципе, были в этом коллективе. И я, когда вернулся в 86-м году, то получилось таким образом, что я возглавил сеньорское направление, которое привез с Дальнего Востока. И сеньорское направление, это было такое... Юниорское направление. Сеньорское. Сеньорское. Это сеньоры, это пары в сумме 70 лет, это 35 и 35, и гранд-сеньоры, это пара в сумме 120 лет. То есть, как бы это называется, ну, почетные такие члены танцевальных гильдий, если так можно говорить. То есть, у вас все по-взрослому? Все по-взрослому, да. Ну, поэтому мы так и перешли в профессиональную лигу. То, что касается... По началу деятельности, так как я сталкивался с творчеством, параллельно я был методистом военно-патриотического воспитания молодежи в Дворце пионеров, это пост номер один и начальник поста номер один до 89-го года, так оно и было. А по тому, как развивался театр, то, в принципе, начиная с 86-го года, у меня где-то, ну так, судьба меня... как бы столкнула с Эвисом, это, скажем, наша швейная фабрика, там был театр МОД, с этим театром МОД мы работали длительное время, и поэтому опыт большой, пройденный там, он как бы, ну, в общем, отразился и на моем творчестве. Он дал мне возможность закончить второе образование, я получил хореографа, закончил училище культуры, там же преподавал. По мере того, что преподавал там, развивалась как бы постановочная деятельность, мы уже выступали везде, то есть, с одной стороны, появился коллектив, который выступал в сеньорском направлении по разным коллективам, ну, по разным городам. И фестивали были здесь, Исаев тоже проводил международные фестивали, и сеньоры тогда тоже выступали, поэтому в «Надежде» были большие конкурсы такие. Одесса была, Севастополь был, вот некоторые участники не переженились после этого. Некоторые с первого коллектива вернулись и сейчас танцуют. Вот в «Вальсе цветов» последнем они будут показаны точно так же, как бы чуть-чуть как участники. Поэтому творчество перешло к тому, что мы там говорили про школу «Имидж», она появилась первая. И когда
Элис. Но не только школа, это театр пластики и образа, я к нему, да? Сейчас, да, буду говорить. Театр появился чуть позже, потому что в начале... В начале школы. Школа длительное время готовила. Так как мы работали с Элисом, то до 89-го года... Нет, 89-го по 92-й год мы поставили постановку «Ностальгия». В театре Чкалова она была, по области ездила. Это большой... все... вещи с экспериментального цеха, они, в общем, были показаны по всему Эльсу. Заплатинский тогда представлял себя, он тогда там выборы проводил. Вопрос заключился в том, что... Совмещали полезное с приятным. Да, да. Но просто театр начал путешествовать и выделился в отдельный театр «Флэш» и так называемую школу арт-пластики. Мы с Кузнецовым Залюбовским, это режиссер, главный режиссер, я как-то так получилось был заместителем, да, помощником режиссера, с другой стороны руководителем по пластике и телу, и меня взяли тогда хореографом, и я преподавал, как я говорил, уже в училище, и одновременно преподавал как бы там. То поэтому театр, отделившись, уже попутешествовал, у нас образовалась вот эта арт-пластика, с которой... Дальше модели пошли, вот эти вот художественные образы, сталкивание с разными интересными людьми. Вот тогда появилось как раз у нас первое столкновение с художником, меня познакомили, она только начинала, это Света Леонова. И они, в общем-то, все знают, это первые каталоги, сейчас это я потом покажу, первые каталоги у нее были, она у нас была вот такая вот девушка, да, разные изделия ее представлены у нас и в Краеведческом музее, и музее Верещагина, и у разных людей. Как красиво. Я не буду показывать все. Вопрос заключался в том, что мы сотрудничали с ней, а она, дело в том, что и слабослышащих, и она... то, что слабо слышит, она как бы коммуникабельность была еще не совсем развита. Мы ее взяли тогда школа имидж на вооружение, и имидж создавался по мере того, что создавался у нее новый образ. Новый образ у нее был, у меня, правда, есть фотографии, я не взял, но она у нас в других уже видах, но один из последних образов – это вот этот вот каталог, который уже гран-президента Ющенко, когда был, да, был выигран и был сделан так называемый вот такой ведроджный забутовый эстетство. Вот это сборник, который был распространен по всем университетам Украины. Она закончила, несмотря на то, что она не слышащая, она начала танцевать. Она начала точно так же демонстрации под музыку, да, двигаться. То есть танцы и это все совмещалось, потому что по мере этого у меня был коллектив, я с ним работал, у нас коллектив «Содружество», направление «Сеньор». И просто переходя уже к Леоновой, мы последние коллекции, которые начали, вот здесь есть изделия, да, допустим, я хотел бы обратить внимание, так как фотографии будут, здесь изделия... уже сделано со страусиными яйцами. А первые изделия были по кости и рогу. И когда она была в университете, еще Йентис была директором, она очень хорошо знает, мы с ней тоже сотрудничали по ее экспериментальным работам, то изделия Светы, как дипломные работы, хранились в хранилищах там. И мы их часто брали для показа, для... Вот, кстати, в фотографиях, которые будут демонстрироваться, да, и получившаяся такая у нас интересная постановка от Ольвии до наших дней, это вот возрождение забутого эстетства. Давайте посмотрим, да, Юрий Иванович? Давайте посмотрим фотографии. Давайте посмотрим фотографии, чтобы не утомлять слишком ваш слух и чтобы усладить и ваш взор. Поэтому сейчас мы посмотрим фотографии, это итог работы, да и вообще не просто итог, а просто очень красивые такие яркие фотографии, которые иллюстрируют работу, ту работу, о которой говорит Юрий Иванович, наш сегодняшний гость. Вот это, Юрий Иванович, это и есть? Это и есть только фотографии,
той большой коллекции, которая была представлена. Там в этой коллекции было показано в начале, как резьба развивалась, как она, в общем-то, преподносилась. Это вот как раз дети преподносили дары, дары, в общем-то, давались. Это все было при свечах на фестивале. Фестиваль был в Каролина-Бугас под Одессой. И была неожиданность такая, мы думали на большом свету все делать, а тут выключили свет. Опа. И у нас, как говорят, инициативная группа, да, быстренько среагировала. Взяли ноутбук, взяли микрофон, нашлись возможность, вот как раз Раиса Фоминична присутствующая, вот здесь она у нас тоже есть, вот она там свечи нашли, и мы, получается, инсценировали такую большую сцену. Ну вот здесь как бы дальше фотографии, на них потом остановлюсь более подробно и буду про них говорить, да, это Севастополь. То, что касается первых работ, ну вот посмотрите, это уже по международному фестивалю «Морской конек». Да, присутствует директор, присутствует Юрий, директор, он потом об этом расскажет. Да, да, да. Ну, получилось таким образом, что эта коллекция, она у нас начала плотно сотрудничать с Леоновой, с ее изделиями, с Раис Фоминичной, да, по центру Камертон, где она у нас стала уже определенным как бы правой рукой, да, таким художественным или вдохновителем. Вот Раиса Фоминична, а вот у вас вы координатор планетарной сети искусств Камертон. Такая планетарная сеть искусств. Ваша сеть по всему миру. Да. Это планетарное движение, лозунг нашего планетарного движения, идея нашего планетарного движения – это единое время, единая Земля, единое человечество, переход на синхронный гармоничный календарь 13 лун по 28 дней вместо григорианского календаря. И когда ты живешь по этому календарю, когда он встроен в тебя, значит, твое сердце, в твое творчество, то просто начинает выплескиваться из тебя творчество, и стихи, и театр, и танцы. Боже, если мы живем сейчас по григорианскому календарю, и творчество выплескивается, то что может случиться, если жить по этому календарю, о котором только что молвила Раиса Фоминична? А это не юлианский календарь? Это не юлианский календарь, это вообще и не другой. Григорианский календарь. Это календарь, который в народе называют календарь майя. Но майя – это та цивилизация, которая была рассыпана по всему лику Земли. И алтайские, значит, слова однокоренные со словами народности майя. Это сделали анализ на Алтае филологи. Вот, поэтому нельзя сказать, что этот календарь к нам не имеет никакого отношения. То есть вы живете по календарю майя, да? Да. Это своего рода солнечные люди. Дело в том, что да, радуга, которая присутствует на Земле и присутствует вообще везде, она как бы окружает саму Землю по магнитным полям. И все люди вот этой радужной расы или радужных поколений, которые сейчас тоже происходят, они как бы здесь присутствуют, творят и развивают, ну, дальше. Дети Индиго, дети, да? Индиго, вы слышали, говорят, такое? Да? То есть, дети Индиго. Видите, тоже цвет определенный. Да. Этот поэтому радужная нация. Да. У нас нет границ, у нас нет государств, у нас нет парламентов, как у птиц. Угу. Мы единое человечество, и у нас нет ссор и войн. И вот были показаны фотографии Севастополя, там как бы три фотографии, где как раз присутствовали на фестивале, как он назывался? Школа галактической синхронизации – это углубленное изучение науки о новом времени или календаря майя, или ноосферной науки. Мы последователи Вернадского, нашего первого президента Украинского академии наук, последователи Теярда Шардена, последователи всех Шри Аурубинда, Рерихов,
Блаватской, то есть всех тех учителей, которых, на основе которых, на основе изучения вот космических законов и применения их, синтезирован 17 календарных систем. Существует в ЮНЕСКО существует группа, которая занимается моментами вот перехода нас на синхронный календарь. Ну, это своего рода институт времени, который изучает время. Но, к сожалению, официоз нашей планеты не принимает этот календарь, потому что апостол Павел сказал, люди вы боги или творцы, да, Бог это творец. А если люди приблизятся вдруг к творцам, если они станут свободными и творить, что же с нами делать? Нами нельзя же будет управлять. То есть вы против управления? Нет, я не против управления. Я против, я против немудрого управления. Я не имею в виду вас лично, а вот именно против немудрого управления. Да, против Но тем не менее, пока у нас управление сохраняется, нами все равно управляют или... Потому что, ну как жить без управления? Я не представляю себе пока. Творчество является проводником. Да, оно смягчает все углы, округляет все... такие напряженные стороны, поэтому оно как бы его облагораживает. Да, и вот еще там мелькнули фотографии с фестиваля «Морской конек». Да. Юрий, вы представляете этот фестиваль? По-моему, он какое-то время был, потом он пропал, и снова он возобновился. Два слова скажите, пожалуйста, потому что время летит очень быстро. Да, но это фотографии были не с «Морского конька», это фотографии были со «Славянского базара». Моя ученица и участница фестиваля. Вы все равно имеете к нему отношение. Да, «Морской конек». Вы и к «Морскому коньку», и к «Славянскому базару». Она уехала в Польшу и выступала за Польшу. Мы выступали за Польшу, вошли в полуфинал. Вот. И «Морской конек» мы возрождаем в следующем году. У нас фестиваль... Международный у нас принимало участие порядка 12 стран, от Японии до Швейцарии, Уганды, Вьетнам, много было стран. Сделали диски, многие наши участники достигли определенных успехов. У нас пела Злата Огневич, тогда она была Инга Бордюк. Вот есть диски, мы с каждого фестиваля делали диски. Вот первые диски были выпущены. Покажите, пожалуйста, Юрий, будьте добры, сейчас, чтобы телезрители увидели. В 2001 году мы работали в Судаке, проводили фестиваль. Верховная Рада Крыма приняла такое решение. Показывайте, да. Дело в том, что фестиваль, он был песенный. Юрий, покажите, ж не успели подхватить. То по мере того, что фестиваль был песенный, он параллельно занимался и рисунком. И рисунком. Да, и был выпущен точно так же. В 2001 году. Потом мы проводили фестиваль в Харькове. Он проходил довольно-таки очень... Покажите, пожалуйста. Большой. Вот посмотрите, телезрители, это тоже диск. Видите, из этого фестиваля тоже. Держите, еще раз разверните его лицом к телезрителям. Это страны-участницы, которые принимали там участие. Да. Потом у нас в рамках фестиваля мы проводили международные выставки детского рисунка, сделали тоже такой диск. Ой, какой симпатичный диск. Посмотрите, телезрители. Какой милый красный кот. Порядка 6 стран принимало участие, И многие, кстати, фотографии, эти самые рисунки с Союза художников попали наши тоже сюда. Наши участницы, которые принимали участие, тоже у них уже есть. Вот то, о чем я говорил, это Ирина Герус. В Польше вышел ее диск. Вот, посмотрите. И Юрий, еще подержите. Ее диск вышел. Да, какой-то таинственный. Юлия зеленый. Фрунзе. Тоже выпустили Какие диск. Какие красивые лица, светлые. В рамках фестиваля мы работали не только, у нас были вокалисты, у нас были и танцоры, и совместно с музеем Верещагина мы снимали фильм о Кибрике. Мы даже ездили в музей Кибрика. Ездили в музей Кибрика, да, и дочь Кибрика была, подарила... книгу его. Поэтому, в общем, в следующем году, в марте месяце,
Но к фестивалю, я добавить хочу, да, добавилась хореография, и на хореографии присутствовали у нас деканы и нашего, и Ровненского университета, и Луганского. Ну вот главное, что возрождается фестиваль «Морской конек». Почему я вас тороплю, потому что у нас совсем остается мало времени, а еще мы хотели посмотреть видео, да, Юрий Иванович? Да. Времени значит, совсем мало. Да, да. Давайте посмотрим сначала видео, а потом ну, уже... Ну, тогда вот это видео, оно особенное, потому что давайте там соединились посмотрим. На нем... изделие Дудниковой – это еще один из художников-модельеров, который сделал коллекцию, и коллекция большая, называется «Сверхновая». «Женственность времени и моды», она так и называется, это направление, в общем-то, большое. Часть вещей будут участвовать здесь. Ну, давайте смотрим видео. Да, я буду комментировать. Давайте, друзья мои, запускайте видео, потому что надо, чтобы мы успели. О, Юрий Иванович, вижу да. вас, да, здесь, красавца. Да, здесь вот по краям девушки, которые тоже, на заднике там цветы. Раиса Фоминична читает у нас стихи, которые были специально. Которые написаны да, были вот специально. Там вот слышно чуть-чуть. Они как бы идут к монтажам, они сочетают все вместе, то есть на стихи, на музыку положены движения, все идет гармонично, двигается. Спектакль называется «Цветы мне говорят прощай». А почему «Цветы говорят прощай», а не «Здравствуй»? Ну, это блок... Нет, это по Есенину. По Есенину. А, по Есенину. Да, это Моцарт, «Вальс цветов». Да. Это поэма Есенина «Цветы». И это в этом году, когда мы выступали, было 120 лет со дня рождения Сергея Александровича Есенина. То есть вы отметили эту дату таким замечательным спектаклем. Да, мы ее чуть-чуть переделали, и в конце у нас и цветы остались, и люди остались, и все там финальные точки. Это ветераны такая. Вот танцуют. Там. Да, вот это как раз некоторые из «Сердца двух», которые уже... Здесь есть воспитанники, которые уже руководителями являются, они тоже ведут. Вот одна из рядом стоящих пар, вот Михногалина, и с мужем они вместе танцуют. Ну, есть те, которые еще, я сказал, с первого коллектива, с нескольких составов. А это девочки уже из разных коллекций. Модели определенные, они как бы есть постоянные, есть меняются, есть ветераны. Вот Сухановой Раиса Фоминична, Оксана, точно так же, она участвовала в коллекциях. Она вот в первых, когда были фотографии, Щелеоновских показано. Вот там она тоже демонстрировала украшения. То есть некоторые переходили вот так вот эстафетой, разъезжались, выходили замуж, создавали семьи, уезжали за рубеж, живут все, некоторые в Германии, в Америке. И сеет разумное, доброе, вечное везде. Да. Это очень красиво и очень здорово. Света Леонова сейчас тоже, она в Германии, она занимается сейчас изделиями уже и по ювелирным изделиям, поэтому, в принципе, она продолжает свое творчество. У нее там даже свой выставочный зал. Да, и двое детей уже, то есть у нее сейчас новый этап жизни. Ну, слава Богу, что постоянно идет движение вперед. Не останавливаясь на достигнутом, а все время, как говорится, вверх и вперед. И вот такие замечательные костюмы, и девушки, и мальчики, и юноши в вашем лице. И всегда юноши. Потому что действительно это стоит того, чтобы и показать, и посмотреть, и зарядиться вот этой красотой. Я почти 6 лет работал с областным центром народного творчества, сектор хореографии. Юрий Иванович, у нас остается всего 2 минуты. Я бы хотела, чтобы каждый из наших сегодняшних гостей еще молвил слово, чтобы подвести некое резюме нашей беседы, хотя она такая немножечко спонтанная получается, но обо всем хочется рассказать, но времени мало. Юрий, будьте добры. Итак, про «Морской конек». Когда он начинает свою работу? В следующем году, в марте месяце, у нас будут номинации «Это вокал и хореография». И где будет проходить фестиваль? Мы его будем проводить совместно с Домом культуры Кульбакина. На сцене там, на их сцене, у них сейчас хорошая сцена, хорошая аппаратура. Они сейчас делают свет, и там будем проводить этот фестиваль. Мы сейчас готовим положение, я думаю, что в течение, может, месяца-два
оно уже будет готово, и мы потом совместно с городским отделом культуры распространим. То есть идет серьезная подготовка. Идет подготовка, да, но пока в следующем году это будет фестиваль областной. Областной, ну пускай областной, главное, что он начало положено или продолжение положено. Раиса Фоминична, будьте добры, одно слово тогда. Как небо и земля творят непобедимой звездной силой, дано художнику 100 крат все возродить в лучах светила. Это о нас. Как красиво, потому что Раиса Фоминична, друзья мои, она еще и поэтесса. Представляете? Юрий Иванович, будьте добры. И вы, резюме уже, ну совсем резюме. Ну, даже полслова. Резюме, ну так как творчество у меня является как бы, ну, второй половиной моей жизни, то сейчас основная часть у меня посвящена паралимпийцам и направлению движения так называемого профессионального танца, танца на колясках, где работают и стендинги, и винчеры, и вот у нас на Кубке континентов ребята привезли серебро на чемпионатах Украины, где тоже неоднократные серебряные призеры, так что если... У нас есть видео, но, к сожалению, мы не успеваем его посмотреть, потому что время эфира уже подошло к концу, друзья мои, но не расстраивайтесь, потому что это видео мы посмотрим в одной из наших следующих программ, поэтому следите за нами. А у нас сегодня в студии были солнечные люди, представляете? И я очень желаю вам, телезрители, чтобы и вы тоже становились солнечными людьми. Не пожалеете. Особенно в сегодняшний сумрачный день. Це була розмова на тему. На все добре.